Ярославского. Документы имеешь? Нет. А где это? Пожалуйста, поживите. Можно вашу вещь, пожалуйста? А не должен, ну, нет. Очень замечательно. Значит, мы сейчас проедем с вами в отдел полиции. Вот. Уважаемый, я не шучу. Я знаю, что я не шучу, я понимаю, что... Бегать тоже не надо. Я не бегал. Я перебежал в сторону, отбежал. Убежали, все правильно. Я не бежал, а что? Правильно, чтобы вас не сбили. Ну, а если бы вы переходили по пешеходному переходу, было бы спокойно. Ну, понятно. Это понятно. Документов нету, не так. Значит, поедем в отдел полиции для разбирательства. Ну, извините, пожалуйста. Это ничего не значит. Ваши извините, пожалуйста. Есть у нас кодекс административного правонарушения, где предусмотрено взыскание в виде штрафа. Вот выпишут вам штраф. Пойдете дальше. Не, а можете сейчас выпишите? Как вы пишете? Ну, нет у меня сейчас документов. А как я вам выпишу? Иванов Иван Иванович? Не. Вот видите. Правильно. У вас водительское имеется. Нет, у меня водитель. Вот паспорт гражданина Российской Федерации. Стойте на месте, за вами инспектор сейчас выйдет. Все прям всю жизнь на положенном месте. Я не говорю за всех, я вас бы спрашиваю. Я за всех не скажу, я вас спрашиваю. Дайте пешеходу. Запишите квитанцию, мы пойдем. Я не убил сахар.